Добрый вечер. Мы продолжаем наш фестиваль «Шамани Импрофест 2016 год. Вчера прошел первый день, прошел фактически на драйве. Даже был шаман-гейм небольшой. И сегодня я желаю всем также выступить с отличным настроением, немножко пошаманить для наших гостей, для наших друзей. И вообще всех с новым восточным годом. Счастья, здоровья всем и всех благ. Спасибо. Мы благодарим замечательный клуб Алексей Козлов и лично Алексея Семеновича Козлова, великого музыканта, на самом деле, который на своих плечах фактически вытаскивал отечественный джаз, не один он, как бы соучастник этого движения, и в том числе и рок-движения, когда в подполье, когда ставилась рок-опера «Иисус Христос Суперстар», и многие-многие благие вещи, которые он делал для нашего Отечества. Давайте поприветствуем Алексея Семеновича и поблагодарим его и прекрасных сотрудников этого клуба. Спасибо. Сегодня в нашей программе будет звучать совершенно различная музыка. И, в принципе, цель нашего фестиваля состоит в том, чтобы музыка очень отличалась своим саундом, своим звуком, своими тембрами, своими идеями, самое главное. И единственное, что нас объединяет, это импровизационная мысль. Вчера отлично выступил коллектив, назывался он «Осьминог». Это композиторы, академисты с консерватории, уже известные в Европе, в Америке, но как бы собравшиеся в одну группу. Они показали очень уникальное произведение. Вот, мы все это слушали. И, в общем, я хочу сказать то, что для нашего фестиваля нет границ в стилях, нет границ в идеях музыкальных. Главное, чтобы это нравилось и музыкантам, и слушателям. Ну, в общем, мы работаем для искусства. Сейчас я хочу пригласить молодой коллектив, который поддержит Сергей Летов. Известный наш отечественный саксофонист, флейтист, духовик. Вот, коллектив называется «Пространство свободного звука» – «Space Unknown Sound». Вот, пожалуйста, ребята, выходите на сцену. Илья Земляной – барабаны. Никита Хвостов – клавиши, голос. Андрей Никитин – бас. Сергей Летов – саксофон. Олег Драгункин, клавиши, и ваш покорный слуга Борис Танилов.
Thank you.
Сотри обложки моих книг, судеб пустые зеркала, пусть отразят твой взор в себя. Глаз созидающий магнит, следов осознанного нить, пути миграции стаду, среди полей проектов звезд, на фоне лабиринтов жил, мой коч привязан к облакам, любовями сердечных чел, цепочкой тонкою верна. Заради Бога то гора, под нею озеро небес, в нем мудрый самовитый рыб ждет радужного удила, чтоб вынет из него крючок, держащий жизнь его за хвост. Над ним туманный мост фаны, что множат варианты стен между мирами и войной за предпоследний пир пьяной. В основе монолит из снов, уставших каменных стремнин, что, не дождавшись похорон, решили очень долго жить. Посредь всех радостных горнил один, кто знает ключ причин. Уж он-то раньше всех тут есть. Все, что круг, его еда. И даже самый тонкий дух не избежит из цепких нюх. Так в чем же хитрость аватар, что переходят из раз в раз? Какое точное зерно им позволяет не сходить себя отлично от других? Ответ возможен только тот, чьих дел оригинален код. Для повторения сохран в отдельный неделимый хран. На свечах туманью дух мастерства, колокол жертвенных чаш, глаз мудреца, эфиру мозга, нейроны схем литературных фраз, раскол проста, на щель черна и свет.
где радужно крайний лун. Медов цвет трав, грим, жир и пьян. Один люд и мил лик твой от малого. Спасибо большое. Сергей Ледов, Антон Волк, Хамонтон. Ребята, группа «Оксан Анна Спейс». На здоровье. Сейчас я хочу пригласить следующий коллектив, очень уникальный по своему звучанию. И мы впервые, наверное, услышим сегодня настоящую импровизацию на термин «Воксе». Дело в том, что сегодня у нас группа «Три бархана». А ее один из создателей, Петр Термен, внук великого Льва Термена. И сегодня ребята сыграют нам на фестивале, и они наши друзья. И, в общем, мы ждем их выступления. Давайте их поприветствуем. Женя Француз, как бы сказал его представить. Пожалуйста, ребята, на сцену выходите. Петр Термен и Иван Ильин. Спасибо. Сейчас будет небольшой чек под кличкой. Ага, все есть. Дорогие друзья, внимание. Перед нами сейчас выступит группа «Три бархана». Давайте еще раз поприветствуем. Петр Термен, Термен Вокс, Иван Ильин, Варган и Женя Француз. Thank you.
Thank you.
Thank you.
поприветствуем группу «Три Бархана». Петр Термен, Евгений Француз, Иван Ильин. Спасибо всем. Значит, хочу пригласить сейчас коллектив следующий. Очень уникальный ансамбль. Таких ансамблей у нас, по-моему, всего единственный в России. Что ребята играют в составе как бы по инструментарию рок-группы, но на самом деле они уже вышли за все эти рамки. Это группа Калута Лексуак. И вместе с ними юкагирская певица, представитель ООН малочисленных народов, да, посол мира Анастасия Афанасьевна Курилова. Давайте поприветствуем. Сейчас ребята немножко подготовятся. И будет снова музыка. Hey.
Yeah!
Na 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 na.
Нургала. Нургал Ахмалда. Oh!
Thank you.
вами люди православия. С Новым годом, но хочу еще раз напомнить, что у вас еще есть шанс, потому что по современным данным православия у нас осталось 24 года до конца света, после чего Бог потушит нашу планету и будет искать другую. Помним его правила: не ешь животных, ешь зерно. Ждем Пасхи. 7 марта будет Пасха. Всем блинчики. Блинчики — это не богохульство, это очень вкусный русский народный блюдо. Чтобы не было конца света, смотрите такие фильмы, как «Атака куриных зомби». Это вообще полный... Да, это описывается полный американский маркетинг о здоровом питании и бизнесе. На самом деле, еще пару слов о здоровом питании. Поменьше употребляйте бытовых ядов. Ядов их сейчас стало очень много. На самом деле, очень остерегайтесь пальмового масла. Его добавляют во все продукты. Только зерно, и все. Переходя как раз к теме о зерне, вот сейчас будет инструмент, который был позаимствован, знаете откуда? С трактора «Беларусь». Вот встречаем группу «Пурба Тайм». Проект Святослава Пономарева.
Thank you.
крышку от крыши, он громче играл. Спасибо. Второй фестиваль Байкал, вернее не Байкал, а уже, да, предтечей был фестиваль Байкал Шаман, между прочим, 1991 год, город Ангарск. И вот Шамания 2 мы закончили. Всем большое спасибо. До встречи. Бурбатаем. Святослав Пономарев и его ребята. Браво. Спасибо клубу, спасибо Вячеславу, звукорежиссеру, Андрею и всему клубу. Спасибо.
на Патрике. Не было возможности пока. Не, ну это как градус. Градус. Когда? Вы спишите?